Молодежь помнит и чтит Абая. Тому подтверждение республиканский конкурс чтецов произведений великого поэта, который прошел на родине казахского просветителя в Семее. Карагандинские школьники привезли с литературного состязания награды высшей степени. Основной целью конкурса является развивать чтение Абая, научить школьников страны, молодежь ораторскому мастерству, приобщить подрастающее поколение к изучению произведений великого Абая. Мы приехали с 13-х республиканских абайских чтений. Из 70 конкурсантов наша Мируэт Джанбекова стала лучшей, выиграла гран-при. Победители выбрались в трех номинаций. Конкурсанты соревновались в выразительность чтения произведения Абая и Шакарима. На лучшее исполнение песен на стихи великих поэтов. При этом, чем больше участник знал произведение наизусть, тем выше были оценки строгого жюри, которые, к слову, большое внимание уделяли и актерам. Актерскому мастерству конкурсантов. Өлсе мұрным қара жерсіз болмайма, өткір тіл бір ялшақ қыз болмайма, махаббат ғадауатпен майдандасқан, қайран менің жүрегім мұз болмайма. Диана Муканова, Сергей Высокосов, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский телеканал.